Степ, я тебе сумку в командировку собрала. В аэропорт? Поедем по другому адресу. Смотрите в субботу. Наконец-то. Да, это я. А что случилось? Что? Господи, сыночек. Доктор, он будет жить? Беда не приходит одна. Не помешала? Извините, я не знаю, как вас зовут. Тамар, прости. Твой сын лежит в больнице, в тяжелом состоянии. Он попал в аварию. Вслед за ней крадется счастье. За вас. Спасибо. Спасибо вам. За что? За то, что я опять живу во власти чувств. Ты должен все сделать, чтобы ее не потерять. Иначе потом себе локти кусать будешь. А то я сам не знаю. «Призрачное счастье». Премьера в субботу на РТР.